опять я собираюсь в точке здесь. А, ты собираешь я от нее отпускаю. До сознания не можешь выставить защиту. Все. Сознание там не может себя защитить. Можно собраться и ниже мне точки. Можно с подобной точкой собирать. То же самое. И так все что же получится. Поэтому научитесь собираться какой-то в одной точке, какая, какая вам ну, ближе по духу, да? Научиться в одной точке, точка, две поблизко сконцентрировать. Две поблизко по духу. Когда вы отпускаете движение из этой точки, сознание свободно, да? Оно выбирает единственно правильный путь. Понимаете? Единственно правильно это кусок мира. Вы можете, конечно, запускать постоянно вокруг него, да? Можно, и после сознания то около него. То есть легче всего сознание будет входить через его левую руку. Наверное, сознание, что через него это левая рука. Входить в правую, да? Поэтому там я собрался в точке. Отпустил, и ему так хорошо. Почему не сопротивляется? Знаешь, хорошо. То есть любое сознание стремится по пути наименьшего сопротивления. Всяк сознание сопротивляется, движет по пути наименьшего сопротивления. Лень – это движитель сознания. И раз сознание идет по этому пути, можешь хорошо вперед. Понятно. Мы эти упражнения будем каждый день с вами в течение 9 дней потихоньку проводить. Всякие такие упражнения еще сейчас встали. Время. Там. Привели себя в порядок. Чтобы мы все отправились. Так, и сейчас тот же самый момент, обратить внимание. Слышите, да? Момент. Собираемся в точке, раз. Собираемся в точке. И чтобы точка была полностью наполнена. Вот это вот еще пронацию тоже даем. Да, пронация с рацеты. Потом отпускаем. Да. Опять смотрим. Раз. Собрались. Отпустили. Допустим, пошел. Да. Собрались. Отпустили. Что-то делаем там, выпуск какой-то. Да? Сейчас собрались. Пустили. Вот это так называемая нижняя рамочка, да? Нижняя тарамка, долнутая рамка. И верхняя рамочка, она здесь. И горнутая рамка. То есть в нижней рамочке нижняя собираем тарамка. За счет пронации, да? Рук, пронация. Ладони направлены туда. Сдавайтесь на зон. И выходим. Пошла работа, да? Здесь собрали. Пошла работа. Вот она выплескивает. Или в этой рамочке. Если мы здесь так собирали, здесь можно собрать так, можно собрать так. Значит, в зависимости может такая или такая собирать рецепт. От того, что вам дальше нужно делать. Да? Зависит от факта утрата, потому что это. То есть вы можете отсюда наносить, допустим, удар. Здесь собрались туда направлять движение противника. Да, да вот тут когда направляют и движение. Допустим, он бьет, я здесь собрал. Все, движение там. И вводишь. Здесь пошел. А где точка сборки? А? Точка сборки где? Вписано всегда. То есть я просто ладони или сюда поворачиваю, или сюда поворачиваю. Хоп, собрал. Знаете, то есть здесь долго я или горки я направляю. Просто. Да, вот обратите внимание. Направил, видите? И, только и за счет того, потока. Что я в точке сборки, я пускаю волновой удар. Только то, что на сборе, пускаю волновой удар. Поэтому раз. Поработать, да? Вы сразу и переправляете все, что нужно, и пускаете и давайте новое направление, и пускайте его.